Привет всем! Сегодня хотел бы рассказать о новом ICO для инвестирования. Направление инвестиций на сегодняшний день настолько обширны, что каждый человек может выбрать что-то себе по душе. Но более перспективным и прибыльным все же остается рынок криптовалюты, который предлагает быструю прибыль при правильном подходе к выбору проекта для инвестирования средств. И поскольку многие мои подписчики постоянно находятся в поиске надежного ICO, я постоянно провожу мониторинг рынка в поисках подходящего проекта. И поэтому сегодня на очереди еще одна ICO компания, на которую возлагаются большие надежды. Так давайте рассмотрим более подробно сайт компании и ознакомимся с информацией, что предоставлено на нем. Сразу стоит отметить, что интерфейс предусматривает возможность смены языка на выбор пользователя, что очень облегчит работу с сайтом для многих пользователей. После выбора нужного нам языка, можем сразу приступать к ознакомлению с проектом и его особенностями. Первый блок дает нам возможность кратко ознакомиться с нишей работы ICO компании и оценить актуальность проблемы. И стоит отметить, что тема действительно актуальна, а учитывая, что над проектом работает настолько профессиональная команда, он становится достаточно перспективным. Также мы можем увидеть на сайте подробное описание проблемы и пути ее решения, которые предлагает команда. И такой подход достаточно интересен, и в действительности поможет решить все вопросы, которые постанут перед командой во время работы над проектом. И, конечно, можем увидеть раздел распределения токенов и на что будут потрачены собранные средства. Как можно заметить, внушительная часть денег идет именно на развитие, что поможет качественно реализовать идею, над которой работает команда. В результате чего мы получим хороший проект, который сможет конкурировать на рынке. Кроме того, Немалая доля финансов направлена на маркетинговую кампанию, что тоже приведет к повышению спроса и добавлению новых участников, а значит повысит рост цены токена. И не забудьте о блоке карта развития, которая описывает каждый этап стратегию продвижения, а также отмечает пройденные этапы и показывает планы на будущее. Сегодня команда уже прошла большую часть из них и скоро разработка завершится, и проект уже полностью сформированным выйдет на рынок. Поэтому инвестировать выгодно именно сейчас. Особое внимание для анализа нужно обратить на социальные сети, ведь там можно почитать все самые свежие новости и узнать, что нового происходит в проекте. А также можно пообщаться с командой в социальных сетях и узнать ответы на волнующие вас вопросы. Это, так правило, помогает принять решение – по поводу вложений в то или иное ICO. Рассматривая это ICO, можно заметить, что его деятельность достаточно актуальна, а значит в перспективе принесет неплохую прибыль своим инвесторам. А именно это нам и нужно. Решать, конечно, вам, но, как мне кажется, проект обладает большим потенциалом, и вложить в него уже сегодня будет хорошим решением. Надеюсь, данный обзор будет для вас полезен. Всем пока.